Дорожный ремонт продолжится с удвоенной силой. Мэрия ищет подрядчика, который за 2 месяца залатает ямы почти на 800, более чем на 800 улицах города. Среди работ также ремонт пешеходной зоны и замена бордюрного камня. Из городского бюджета готовы под 40 миллионов рублей. Аукцион проведут 24 августа, а закончить работы нужно до 30 октября.